Сегодня первое мероприятие, которое мы проводим, посвященное Дню народного единства и согласия. В день государственного праздника это спортивное мероприятие на призы главы Ленинского муниципального района по мини-футболу. На это мероприятие мы пригласили своих друзей из Москвы, из Подольска, из Домодедово. Холодный утренний ноябрьский ветер нисколько не помешал готовности 22 команд побороться за получение памятных кубков и медалей. Ну, мы участвуем еще в турнире в городе Москве на ЛФЛ, поэтому форму поддержим, тренируемся. Вот, поэтому покажем, думаю, достойный футбол. Приятно смотреть, сколько народу приходит на стадион. Причем здесь люди разных возрастов. И это очень как раз радует. Я имею отношение к футболу, да, я очень много вижу людей, которые здесь и молодые. Наши воспитанники, нашей спортшколы, здесь люди, которые раньше играли. Жеребьевка прошла, уже известно, с кем будете играть? Ну, мы, если честно, не знаем, с кем, но главное выйти и доказать. Не важно, с кем играть. Ну, вы настроены на победу? Да. Борьба за победу в итоге вылилась в дружеские состязания. Ведь большинство присутствующих спортсменов уже давно знакомы друг с другом. Радость от того, что будем играть в футбол, получим удовольствие. В общем, увидимся со своими старыми друзьями. В общем, все замечательно. В последние годы проводить различные спортивные мероприятия в дни государственных праздников становится доброй традицией. По словам главы Ленинского района, это помогает не только воспитывать будущих профессионалов, но и дает возможность для самовыражения простым любителям спорта. Играем, двигаемся. В принципе, был бы повод, как говорится, победа всегда за радость. Движение, радость, эмоции. И в подарок мяч от Олега Хромова. Александр Шишов, Игорь Романов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.